В Одесі волонтери-підприємці згуртувалися заради допомоги нашим захисникам, організувавши на базі власних майстерень виготовлення протитанкових загороджень, бронежилетів та багато іншого. Сучасні станки вирізають лазером деталі, а далі вже спеціалісти, щоразу удосконалюючи виріб, створюють такі необхідні нашим тероборонівцям системи захисту. Найстаршому з майстрів Олександру Тимофійовичу 79 років, наймолодшому – трохи за 20. Из листа металла. Мы вырезаем вот такие вот заготовки разного размера и разной толщины. Вот такие вот, они складываются из двух частей, получаются вот такие шипы, которые, когда они, мы их свариваем потом, когда ты их бросаешь, они всегда в любом положении находятся острием кверху, и этим самым колеса резиновые любого протектора они прорезают. И просто подкачкой, которая существует автоматическая в автомобилях военных, оно не спасает. Столько воздуха не бывает. Еще мы их делаем более толстые, из 10 мм толщины или 12 мм толщины. И тогда они могут легкие гусеницы повреждать. Когда он попадает между траков, гусеница состоит из траков таких, и там есть шкворни. Были случаи, что даже шкворни выворачивало, но в основном ломаются сами вот эти серьги трака. Серьги трака ломаются, и гусеницу надо выходить, надо останавливаться, и оно тоже может препятствовать обложению. Здесь прямо по месту мы его режем, по месту мы здесь его варим, по месту мы даже сами развозим по блокпостам. Кто-то делает бронежилеты, кто-то делает печки-буржуйки. Мы вырезаем петли, вырезаем защелки, вырезаем всякие ляды, дверцы, днем катаем на мальцах, для того, чтобы можно было более конструктивно и быстрее собрать печку, не вручную не выгибать. У нас на оборудовании мы это делаем. Жгут-турникет его называют, для того, чтобы можно было самому вручную, без помощи, если некому помочь, вручную сделать жгутом и остановить кровотечение, если есть такая необходимость. Сейчас у нас наши друзья налаживают бронежилеты. То есть есть швейка, которая шьет такие, как бы, будем говорить, разноски. Вот. Мы их налаживаем из рессор автомобильных. Вот. Но практика показала, что если рессоры просто сваривать, то в этом месте оно ослабляется, и при ударе АКМ, это, приезжали военные, проверяли, оно разлетается. Для того, чтобы не прогревать его сваркой, мы решили все сделать это в рамочку. 7 килограмм одна сторона.